Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Ремонт переда. Машина прибыла ко мне разобрана, с замененным капотом и снятым двигателем. На этой машине повреждены лонжероны, и они сделаны из алюминия. Их надо будет поменять. Итак, немного доразберу машину и установлю машину на стапель. Лонжероны пробовали уже подшаманить, но они сломались. Тянуть их не надо, я их просто удалю. Но лонжероны крепятся на клей, болты и заклепки. Удаляю заклепки, болты выкручиваю, удаляю лонжероны. Итак, лонжероны удалены. Левый лонжерон удалил вместе со стаканом амортика. А теперь мне надо взять нужные куски с донорской части. Теперь я имею детальки для замены. Правый лонжерон новый, а левый БУ. Начинаю их установку. Для установки лонжеронов я установил подрамник. Для этой работы я буду использовать кузовной клей, заклепки
и выкрученные болты. Лонжероны установлены, теперь делаю измерения. Для этого у меня есть карта с размерами. Ссылка есть в описании. Когда размеры в норме, креплю лонжероны. Верхние части лонжеронов из металла. Их я свариваю. Лонжероны закрепил, снимаю подрамник, телевизор и после этого крашу лонжероны. Лонжероны покрашены.
Ну и последний шаг, устанавливаю все детали переда. Моя работа закончена. Эта работа заняла 40 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на новые видео. Пока!